Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию Пиксельмона, ребята. И я, как вам обещал, если за день мы набираем 2000 лайков на серии, то следующая серия выходит на следующий день. Я вам пообещал, если лайки мы наберем, а серия не выйдет, я даю вам полное право отписаться от моего канала, если серия не вышла. Но, ребята, вчера у нас была первая серия, а сегодня у нас уже вторая серия, поэтому, ребята, я сдержал свое обещание, да, и мы набрали целых 2700 лайков, и это на 700 лайков больше, чем я у вас просил, поэтому, ребята, я скажу вам большое спасибо, и давайте, знаете, что сделаем, если мы на этой серии сможем набрать 2500 лайков, то... В первую очередь, завтра будет еще одна серия, только если сможем набрать. А послезавтра или послепослезавтра, как у меня получится, я выложу сборку вот этого сезона. Поэтому, ребята, я верю в то, что мы сможем набрать. Давайте вместе, дружно постараемся набрать 2500 лайков на вот этой серии. И завтра выйдет еще одна серия Пиксельмона в 10 часов утра по Москве и Украине, ребята. Запомните это очень важно. Также, ребята, я буду рад, если вы подпишетесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому, ребята, потратьте на меня всего лишь 2 секунды. Ладно, знаете что? Хватит объяснений, какой-то ниндзя или кто это такой, да, Чармандер? И сейчас мы будем приступать, потому что, ребята, это наш седьмой полисмен, это наш седьмой сезон Пиксельмона, ребята, и это вторая серия. Поэтому, ребята, сейчас мы будем думать, что нам нужно сделать. И знаете что? Знаете что, ребята? Я у вас спрашивал в предыдущей серии, хотите ли вы, чтобы мы тут построили свой дом? Потому что... Эта деревня очень опупенная, как вы, ребята, заметили. И многие мне сказали, мол, Эдисон, да, строй тут дом, потому что это будет очень круто, так как это у нас будет королевство, ребята. Это у нас будет королевство, и вы согласились, чтобы это было королевство. То есть, чтобы я вокруг этих двух таких деревней, вот тут у нас и два магазина, и также одна лечебница, сделал огромную потом стену и просто-напросто превратил вот эти две деревни, которые заспавнились друг рядом друг с другом, чтобы я превратил их в реальное королевство покемонов. И вы, ребята, согласились, поэтому мы будем приступать к каждую серию. И знаете что, ребята, я решил то, что все же даже стоит делать какое-то разнообразие. Делать разнообразие сезона. Не только же, я понял, в чем была главная ошибка предыдущего сезона. Знаете в чем, ребята? В том, что мы просто-напросто качали покемонов, и мы больше ничем не занимались. Ничем. А самая главная суть вообще Майнкрафта — это выживание. Неважно в каком мире, хоть это и ванильный мир, хоть это и мирный мир, ну по сути тут же мобов нету, только покемоны, но нам нужно ходить в шахту, нам нужно строить, нам нужно развиваться, нам нужно добывать ресурсы, потому что без этого, ребята, если мы будем только прокачивать покемонов, сезон опять станет скучным через 20-30 серий. Поэтому, ребята, я думаю то, что вы меня понимаете, что я хочу сказать, и надеюсь то, что вы со мной согласитесь. Зря я, наверное, на него напал. Ну, он меня даже почти что завалил. Но знаете что, ребята, в принципе, как я заметил, очень много людей сказало, чтобы я пользовался покехилом, потому что я так буду тпхаться домой каждый раз и опять лечиться, потом возвращаться, это будет занимать много времени. Но знаете, я прочитал то, что один подписчик мне предложил, извини, я не помню имя, то, что чтобы я лечился лечилкой обычной, только тогда, когда я нахожусь рядом с лечилкой. Допустим, вот сейчас я же нахожусь рядом с лечилкой, поэтому это очень круто, то, что я смогу тут вылечиться. А если я где-то очень-очень далеко, там, за семья... морями или еще где-то там дальше, и то, в принципе, да, я согласен, то, что нету никакого смысла возвращаться домой, тпхаться и потом опять лечиться. Вот тут я полностью согласен. Поэтому мы будем лечиться только тогда, когда мы рядом с лечилкой. А когда нет, будем пользоваться, ребята, покехилом. Спасибо вам всем за предложение. И знаете что, давайте мы сейчас попробуем убить Маджикарпа. Зря его, наверное, Эмбером ударил. Все же он, хотя, в принципе, урон какой-то одинаковый, как я понимаю. И у нас сейчас наступает ночь. А ночь — это очень плохо, потому что я... Так, тут у нас кто еще есть? 19-й Magikarp, я там вижу, да? Вот, потому что у нас сейчас единственный вариант — это или переждать ночь, или включить день. Потому что кровати у нас еще нету, нам нужно добыть 3 шерсти. И плюс к этому, ребята, я не могу выключать шейдеры в этом сезоне, потому что
Это версия Майнкрафта 1.8.9, как я уже сказал, сборочка будет в скором времени. И я не могу выключать шейдеры, потому что если я их выключу, майн зависит где-то на 2-3 минуты. Я пробовал, ребята, их выключить. А, кстати, у нас же тут есть шерсть. Никто не будет против, если я чуть-чуть одолжу шерсти. Я вам честное слово даю, я потом ее верну. Я ее верну, не обижайтесь на меня. Вот какие голубки, они целуются тут каждую серию. Я вам опять не помешал? Ну, простите, простите. Сейчас ночь, я знаю, у вас там поважнее дела, чем там целование, но все же. А, чувак, тебе помочь? Нет, ты какой-то страшный. Оставим, оставим. И действительно, я сейчас возьму и скрафчу верстачок, не верстачок, а с помощью верстачка я скрафчу кровать. И знаете, какой мы дом займем? Мы займем этот дом, пока у нас нету его своего. Никто не против? Никто не против того, что я займу этот дом? Нет, ну, молчание знак согласия, поэтому это будет наш дом на первое. Дорогие гости, вы тут что-то забыли или вы решили дверью побаловаться, а? По башке настучать или что? Да, ты рот разъявил, и ты! Офигеть, я дом занял, все, уходите, это мой дом, все, да, не смотрите на меня так. Нет, все, на тебе отравленную картошку, иди ты в баню. Не баловаться нах, уйди. Офигеть наглые. Нифига себе, даже кровать мне не дадут скрафтить спокойно. Я смогу спать, потому что в Майнкрафте, когда рядом монстры, то ты не можешь спать. А у нас тут рядом дебилы. Но все же я могу спать рядом с дебилами, поэтому это меня уже радует. Нифига себе, оборзели по полной программе. Нужно запомнить, ребята, то, что это наш дом. Потому что я уже забыл. Я уже забыл то, что это наш дом. А поэтому давайте добавим home. Ребята, вы согласны, чтобы это был home? Я думаю, то, что согласны. И знаете что? Давайте мы сразу же сделаем первый сундучок в этом сезоне, ребята. Аплодисменты за первый сундучок в этом сезоне. И поставим мы его... куда бы его поставить, ребят? Мне кажется, то, что тут будет отличное местечко. И, в принципе, я могу, наверное, еще сделать еще один сундучок. И также, ребята, нам, конечно же, нужна печка. Печка, печка, печка. И наш Чармандер, давайте мы на него опять посмотрим. Какой-то у нас красавец. Тебе нужно в этой серии хотя бы прокачать еще один уровень, ребята. Вы все согласны? Мне кажется, Чармандер заслужил одного уровня в этой серии. Я, конечно, постараюсь ему его сейчас прокачать. У нас тут есть крутое озеро. Это озеро? Или я там вроде еще видел? Это озеро тоже, потому что тут спавнится очень много рыб. Вот этих маджикарпов, голдинов. И они не очень большие уровни. Это, в принципе, нам на руку, потому что мы идеально сможем тут прокачиваться. Да. Да! Из них выпадает новая рыбка. Не обычная рыбка, а уже рыба-клоун, как это называется. Да, ребята. Поэтому давайте еще убьем вот этого 15 уровня. Я надеюсь, что мы сможем его убить. Чармандер, мы тебе уже один уровень прокачали. Пожалуйста, не умри. Пожалуйста, Чармандер. Пожалуйста, убей вот этого 15 уровня Маджикарпа. Если ты это сможешь сделать... Ах, зараза. Вряд ли он сможет, Чармандер. Нет, спасем. Нет, прощай, Чармандер. Я не смог тебя спасти. Нет, мы еще вернемся. Мы сейчас еще вернемся. Я, кстати, не заметил. У нас же тут вот эти все построечки состоят наполовину с шерсти. А я ищу шерсть. Где бы нам найти шерсть, чтобы переночевать, чтобы скрафтить себе кровать? Мы уже с тобой познакомились, докторишка, потому что ты уже нас тут не первый раз видишь. А знаете что? Где наш дом? Я опять его потерял. Вот это наш дом, да? А почему бы возле нашего дома не посадить картошечку, ребята? Как вы думаете, почему? Хоть это и не наша грядка, это грядка Носатого, которого выгнали с этой деревни, и вот эти все покетренеры заняли вот эту деревню. Как мне хочется тут уже построить какое-то большое королевство, да? Да? Потому что это будет выглядеть превосходно. Куча вот этих всех тренеров, докторов, всяких идиотов, которые по ночам нам в двери стукают. И многое другое. Мне кажется, это офигенно будет, если у нас будет какая-то огромнейшая деревня. А так, Чармандер, давай. Ты уже 8 уровень, я уже обещание выполнил. Я уже тебе прокачал один уровень в этой серии. Но мне кажется, на этом мы останавливаться не будем. Так, Маджикарп, какой ты уровень? 15-й. Знаете что, давайте мы на него... А этот вообще 18-й. Я там вижу, в принципе, еще одно небольшое озерцо. Вот оно там. Тут, в принципе, тоже есть, но тут никто не заспавнился.
Я вижу вот там, ребята, смотрите на мини-карту, она показывает нам, что где находится, не показывает, какие покемоны находятся, как покерадар, допустим, да, но все же показывает хоть каких-то покемонов, и это, в принципе, уже хоть показывает то, что там вообще кто-то находится, это уже, ребята, радует. И я еще раз повторюсь, ребят, не забываем, 2500 лайков, завтра в 10 часов утра выходит новая серия Пиксельмона, ребята, не забывайте об этом, потому что я даю вам свое слово, то, что я ее выпущу, если мы наберем лайки. Вы стараетесь для меня, ребята, как вы видите, вчера вышла новая серия, сегодня еще вышла, поэтому я сдержал свое слово. Если вы, ребята, меня цените, я вас очень ценю, и я вас не обманываю. Сказал, сделал. Поэтому, ребята, все зависит от вас. Я просто повторяю, знаете, потому что мне нужно внушить это на начале сезона. Внушить, чтобы люди понимали. Ага, если я хочу видеть завтра серию, я даже знаю, когда она выйдет. В 10 часов утра, то есть я уже буду подготовленным, и я буду ее ждать секунду в секунду. Поэтому, ребята, зависит только от вас. Я вам просто это говорю. Я в вас надеюсь. Но что самое главное, не забывайте, ребята. О, у меня также еще есть несколько новостей. Но что самое главное, ребята, не забывайте, потому что утром выходит новая серия Pixelmon. Но это не значит, что это конец. Утром выходит новая серия Pixelmon. А вечером выходит еще одна новая серия. Да, ребята, два видео за один день. Я что-то прям разошелся. Я надеюсь, ребята, то, что вам это очень даже нравится. Потому что два видео в день тяжело записывать, когда ты еще одновременно работаешь. Приходишь вечером с работы, еще пытаешься сделать два видео, выложить их, чтобы не оскорбить своих подписчиков и чтобы выполнить свое обещание. Поэтому, ребята, я в вас верю, то, что мы сможем. И какая еще одна новость, ребята? Я всегда забываю сказать то, что в эту субботу в 15:00 по Москве и Украине у меня на Твиче будет стрим. Поэтому, ребята, приходите, я буду вас ждать. В первую очередь мы будем играть в Майнкрафт. Да, я буду делать стримы по Пиксельмону, стримы по Крейзикрафту. То есть мы будем проходить Майнкрафт и Пиксельмон не только в сериях, а, допустим, если нам нужно построить какой-то огромный замок, как я сказал, мы сделаем королевство покемонов. Но чтобы не задерживать его в сериях, мы также будем стримить, добывать ресурсы. И я не буду в этом сезоне включать гейммод, ребята, вообще. Поэтому приходите на стрим в субботу в 15:00 по Москве. Ссылка на Twitch канал есть в описании, ребята. Я всех вас буду ждать. Приходите, мы там поиграем в Minecraft Pixelmon, в Counter-Strike и также, в принципе, многие другие игры. Да, ребята, поэтому приходите, я вас буду очень там ждать. Честное слово, я с вами буду общаться. Вы можете задавать любые вопросы, и я, конечно же, на них буду отвечать. И как я заметил, у нас тут есть еще одна деревня. Вы заметили, ребята, то, что мы заспавнились в каком-то нереальном радиусе деревни. То есть вот тут у нас две деревни заспавнились рядом, где наше королевство. Это можно сделать соседнюю деревню, то есть соседнее королевство, где мы построим какие-то построечки. И будем туда наведываться в гости, то есть соседний город. И тут также, ребята, еще один соседний город у нас может быть. То есть королевство и два города, которые находятся возле нашего королевства. Ребята, мне кажется, это будет отличная идея, потому что нам... У нас есть уже много всяких дел, которые нам нужно реализовать. И мне кажется, то, что это действительно будет очень даже круто выглядеть. Я не хочу к этому чудику подходить. Вообще не хочу, потому что смотрите, какой он... Он походу, я не знаю, маньяк какой-то. Он такой нафиг пугливый, страшный. Не знаю, ребят, я даже, если честно, туда подходить не хочу. Поэтому давайте будем держаться на расстоянии лучше. Как вам такая идея? И сейчас никто не против того, что я морковку тырю? Не? А меня вообще даже никто не видит, эти там занятые. Опа, прячемся в воде. А мы плаваем, мы рыбка. Да! Я рыбка. Нет, я ничего не крал. Нет. Вот видите, уже выросла. Вот видите, я ничего не крал. Да, лысый, да, все. Отмазались, а то уже хотели тюрягу, бедного тренера покемонов. Не то, что бедного тренера покемонов, а в том смысле, то, что я ничего не крал. Они хотели на меня все обвинения свалить, но вроде все нормально, ребята, мы отмазались, поэтому валим домой. И, в принципе, знаете что? А мне нужно сначала не домой, мне нужно хотя бы 8 камней, то есть каблстоуна, потому что нам нужно сделать печку. А у нас уже есть очень много картофана, и с этого картофана нам, в принципе, уже хватит. Ну, с этого картофана мы уже можем хотя бы неделю питаться или даже больше. Поэтому, ребята, сейчас я тут вижу какую-то как раз шахту небольшую. Да.
какой красивый камушек у нас с этим текстурпаком. И, в принципе, ребята, мы быстренько это все добудем. Как нам повезло то, что мы в деревне нашли вот эту железную кирку. Это очень даже круто. А это что за фигня? Это что за фигня? Это что-то новое в Пиксельмоне? Кристалл. Ого. Нифиг. Ребят, это что-то новое в Пиксельмоне? Какая-то кристальная руда? Нифига себе, я даже не знал, что такое существует. И мне кажется, то, что с этой кристальной рудой мы сможем, в принципе, очень много всяких вещей крутых сделать. И всякие крутые прикиды там, я не знаю, шмоточки, шапочки. Наверное, мне так кажется. Посмотрим, ребята, потом. Сейчас давайте немного добудем уголька, потому что уголек нам нужен. На печку нам уже хватит, даже на две печки. Поэтому, ребята, немного уголька для того, чтобы пережарить картофанчик. И, конечно же, немного вот этого железа, которое мы сейчас добыли. И, в принципе, как я понял, тут шахта что ли заканчивается или есть какое-то продолжение? Вроде есть какое-то продолжение, нам бы нужно хотя бы немного факелов сделать, вот так. Потому что вообще нифига не видно. И поставить где-то вот тут. Опа-на! Еще какая-то новая руда. Что такое? Вот интересно, в предыдущих версиях Пиксельмона такого не было. Мне самому интересно, что это такое. Силикон. Бабу бы нам. Как бы она силикону обрадовалась бы. Поэтому будем искать, ребята. Опа, еще силикон. Какой же ты нафиг размер хочешь, если я столько силикона сейчас домой принесу? И сейчас, ребята, опа, это еще что-то новенькое. Сколько много руды нафиг всякое. Это что такое, ребята? А где она? Это аметист. Это прям какой-то уже Crazy Craft, потому что в Crazy Craft то также есть аметист. И тут у нас шахта, да? Тут у нас будет дальше шахта. Поэтому знаете что, ребята? Давайте мы на этом будем заканчивать прямо вот тут, в этой шахте, вместе с нашим Чармандером. Потому что мы с ним встретимся в следующей серии, и мы ему уже сегодня прокачали 2 уровня. Поэтому, ребята, если вы хотите увидеть меня, новую серию и Чармандера как можно быстрее, набираем 2500 лайков за сегодняшний день. И завтра в 10 часов утра выйдет новая серия Пиксельмона. Если вы, конечно, этого хотите, ребята, никогда не забывайте. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я, ребята, вас всех люблю. Я буду рад, если вы потратите на меня всего лишь 2 секунды на лайк и на подписку. Все. Ребята, большое спасибо за просмотр. Те, кто досмотрели видео до конца, приходите завтра, потому что завтра выйдет новое видео. Может, даже и Пиксельмон, как я уже сказал, а если Пиксельмона не будет, если мы не сможем набрать, то вечером выйдет новое видео, но я надеюсь, ребята, то, что мы сможем. Так что, всем спасибо за просмотр, ребята, всем удачи и всем пока.